Я собираюсь принять необходимые меры для того, чтобы в конце этого процесса у Шотландии был выбор. Либо следовать Великобритании на пути к жесткому Брекситу, либо стать независимой страной. Политика может снова затмить экономику и стать ключевым фактором для валютного рынка, что может повлечь за собой совершенно другие изменения, которых рынок не ожидает. Сакис Параскевов, Iron FX Global. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй получила согласие королевы активировать статью 50. Великобритания готовится к выходу из состава ЕС. Между тем, Шотландия рассматривает возможность проведения второго референдума о независимости. Каковы ваши прогнозы в отношении британского фунта? Все вышеперечисленные мероприятия, в том числе возможность второго шотландского референдума, были частично интегрированы в стоимость фунта стерлинга. Пока ничего не указывает на то, что данная ситуация может измениться коренным образом. Технический прогноз должен оставаться таким же в ближайшем будущем. Я прогнозирую боковой тренд по курсу пары фунт-доллар США в краткосрочной перспективе. Данная пара должна протестировать уровень 1.2550. По словам аналитика Forex.com, стерлинг собирается зафиксировать рекордный отскок. Разделяете ли вы такое мнение? В среднесрочной перспективе фунт стерлинг может пойти на повышение? Да, я согласен с тем, что по курсу фунта стерлинга будет превалировать бычий тренд. Но я не думаю, что мы увидим впечатляющий отскок. Я хотел бы подчеркнуть, что риски, связанные с парой фунта-доллар США, по всей видимости, будут асимметричными. Любые позитивные изменения, касающиеся процесса переговоров, вызывают сильную реакцию рынка. В настоящее время не только премьер-министр и правительство Великобритании формируют динамику фунта стерлинга. Невзирая на то, что во время последнего заседания по монетарной политике Центрального банка Англии размер процентной ставки остался неизменным, настроение политиков становится более воинственным. Это в основном обусловлено данными по уровню инфляции и росту экономики. Во время последнего заседания Кристин Форбс проголосовал за повышение процентной ставки. Если экономическая ситуация продолжит улучшаться, другие члены, скорее всего, что проголосуют за ужесточение монетарной политики в перспективе. Я думаю, это означает радикальные изменения в плане направления монетарной политики. В августе прошлого года были задействованы новые стимулирующие меры. Тон представителей Центрального банка изменился с нейтрального к более воинственному. Это указывает на то, что в среднесрочной перспективе мы можем увидеть ужесточение монетарной политики. Инфляция ускоряется. Уровень безработицы остается на очень низком уровне. Все эти факторы указывают на возможное повышение ставки, которое может обеспечить поддержку фунту в среднесрочной перспективе. Я думаю, что пара пробьет уровень 1.2850 в пределах этого временного диапазона. Во время мартовского заседания Федеральная резервная система США повысила ставку на 25 базисных пунктов. Межбанковская ставка овернайт в настоящее время находится в диапазоне 0,75 и 1%. ФРС подтвердили свое намерение относительно того, что в этом году процентная ставка будет повышена дважды. Как вы думаете, это может позволить фунту укрепить свою позицию по отношению к доллару в долгосрочной перспективе? Данное повышение процентной ставки не стало неожиданным для рынка. Заявление по монетарной политике ФРС не сильно отличается от предыдущего. На этот раз повышение не сопровождалось истребиными сигналами, вопреки ожиданиям участников рынка. Таким образом, доллар упал в ответ на комментарии главы ФРС Джанет Йеллен. Ключевое сообщение комитета заключается в следующем. Данное повышение процентной ставки не влияет на оптимизм в отношении перспектив роста американской экономики. Это не означает, что темпы ужесточения монетарной политики ускоряются по сравнению с теми, что планировались изначально. Это сообщение не принесло никакой новой информации для инвесторов. Именно поэтому оно не потрясло рынки. Как я уже говорил ранее, в долгосрочной перспективе это позволит фунту укрепить свою позицию по отношению к доллару. Однако я хочу подчеркнуть, что необходимо, чтобы ключевой уровень сопротивления 1.2850 был пробит. В противном случае мы так и не увидим повышение как метки 1.35 в долгосрочной перспективе. Данный уровень является целевым показателем для пары фунта-доллар в течение 12 месяцев. Конечно, мы не должны забывать, что развитие британского фунта довольно сильно зависимо от процесса переговоров и готовности обеих сторон идти на компромисс. Политика может снова затмить экономику и стать ключевым фактором для валютного рынка. Это может повлечь за собой совершенно другие изменения, которых не ожидает рынок. Мы признательны Сакису за его комментарии. Вы смотрели Дукас КПТВ. Оставайтесь с нами, и вы будете в курсе основных событий рынка. До свидания.